Черт! Опять прыгаю! Надо было выдать ему расписку. Чем? Макани. Чем? Могу я, конечно. Конечно. Макань. 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 Макань.
Огненный огонь. Чё? Могу, конечно. Это не сделка, это дерьмо какое-то. Хочешь чего-нибудь купить? Что ты продаешь? Не к добру это. А что это? Эх, вы. Thank you.
Может, побалуемся? Да? Опять поставки кирпичей срываются. Принесла нелегкая. Пересохла. О, жизнь. Перевези. Ага. Новый клиент. Если бы не монстры. Тут неподалеку живут лесорубы. Баб! Прощай. Владыки, вот уже. Делать из нечего. Своих берегов, как король восход.
Thank you.
Рот слился с поездкой. Крепкие магии все еще действуют. Все сефироты установлены, действуют. Теперь башня должна быть уже открыта. Могу сказать Калькштейну, что выпал. Thank you.
Мне слишком мало. Извини, я задумался. По поводу башни. Да? Я поместил сефироты на обелиске. Дверь башни открыта. Наконец-то! Я столько ждал этого дня! Калькштейн. Величайшее открытие в моей жизни! Ведьмак, я должен подготовиться, так что сам понимаешь. Знай, я у тебя в неоплатном долгу. Ты заслужил свою награду. Спасибо. Говори. Ну как у тебя дела? А ты никогда не думал о том, чтобы жениться, Гер? Понимаешь, Зо? А вот меня, видишь ли, одолевают сомнения. Продолжай. Не знаю. Понимаю. Ты что, смеешься надо мной? Как я смею? Хорошо. Потому что ничего смешного здесь нет. Пока. Это не сделка, это дерьмо какое-то. Вот твой ключ. Узнал что-нибудь? В склепе лежит тело Реймонда. Но как же так? Я с ним
совсем недавно разговаривал. Теперь я уверен. Предводитель Саламандр, маг-иллюзионист, притворяется, что он Реймонд. Это... Я должен это сделать. Ничего личного, но вам не следовало бы ходить. Перевези. Добрый господин, нужна вот. Что это было?
Скоро ты узнаешь правду. Не нервничаешь? Лучше сосредоточусь на задании. Мне принести из башни книгу? Да, и побыстрее. Нельзя, чтобы Калькштейн нас опередил. Надеюсь, этот убийца заглотил наживку. Я этим занимаюсь. Ты хочешь узнать правду? Очень хочу. Только вопрос. Когда ты решил принять облик Реймонда? Ты сам подсказал. Он шел за мной, а ты ему доверял. Глупо было не использовать случай. Вот по этому плану ты и встретился с Ведьмаком. Глупо было бы мне не использовать случай. Хватит болтать. Веди меня туда, где ты спрятал все, что украл в Каэр-Мархене. Комфорт в водной стихии. Беда с этими магами огня. Отлично. Одним выстрелом двух зайцев. Экстра. Возвращаемся на базу в купеческий квартал. Быстрее, пока он не очнулся. Мы с тобой еще встретимся. Все.
Все согласны, что события, потрясшие Тимерию, начались на болотах под Вызимой. Обе стороны предвидели конфликт и испытывали врага. Обычная разведка превратилась в битву. Орден победил благодаря разведке и решимости, порожденной верой. Скай и Таэли поняли, что дорога к свободе будет полита кровью. Азар вывел меня из боя, когда я очнулся благодаря Трис, груды тел были рядом. Последний раз я смог сохранить нейтральность. Ошибаешься. Он в моей власти. Не только он, все они. Жаль, что Фольтеста сейчас нет, но вы займетесь советом королей. А проблема с Леовуарденом тоже решена? Да, он принял мое предложение. Он сказал, что те, кто стоит за ним, сами собирались подобное предложить, но мы опередили. Мужчины, болтуны, всегда во всем хотят быть первыми. Кстати, как там твой ведьмак? Думаю, удастся его убедить. Не ошибись. Геральт проницательный и особенный. Я знаю. Я ухожу. Я свяжусь, когда закончим с этим. Ведьмак не должен узнать то, что ты скрываешь. Результаты тестов положительные. Трис, как я тут очутилась? Чистое совпадение. Я изучала магические аномалии. Ты нашла меня на болоте? Я не знаю. Алхимик все еще изучает камень, но там ничего нет. Магические аномалии? Да, я была бы тебе благодарна, если бы ты помог мне разобраться. Хм. А мне показалось, результаты тестов положительные. Милашка, ты меня неправильно понял. Физически ты в полном... Ты бредил. Постоянно бредил. У меня... Думаю, ты про... Это неизбежно? Ты можешь справиться с моей... Вернуть тебе память? Нет, очень вряд ли. И чего ты замолчала? Какой призрачный шанс? Судя по тому, что я видела, тебе станет лучше, если ты создашь стабильную модель лично... Расплывчатый эвфемизм, как... Геральт, пожалуйста. Ладно, только обойдись без этой псевдонаучной билиб... Ты должен принять чью-то сторону в том, что сейчас происходит. Неважно, какую позицию ты выберешь, главное, чтобы ты ее выбрал. Идентификация, возможно, позволит тебе восстановить память, и ты в любом случае... Ты можешь сказать, что ты видел? Нет. Я не хочу, чтобы ты превращался в мое видение Геральта. По-твоему, я не должен интересоваться своим прошлым? Именно. Воспоминания вернутся... Посмотрим. Геральт... Ты... И как... И... Мне... Конечно. Мой... В... Мы... Как... И как... За... Не терп... С... Ты... По... Ты говори... В... Ты говори... В... По... Уви... Что? С тобой хочет встретиться один человек. Очень влиятельный купец. Леовуарден. Он устраивает банкет в новом Наракорте. Я не слишком люблю банкет. Там будет множество... Ну... Включая принцессу Аду, которую ты освободил от заклятия. Я подумаю. И я там буду. Ладно. Вот. Пропуск? Ну, в дополнение к карантину. И как ему... Закон... А как про... Теоретически, только жители квартала могут по нему... А как насчет... Я зарегистрирую... Разум... Конечно. Все еще... Ге... Аж... Ак... Я... Раз...
Эй, ты! Стой! Да? Предъяви документ! И зачем же нужно столько... Можешь пожаловаться королю! Король вот... Нет, но все новые эдикты скреплены королевской печатью. Прощай. Клянусь честью! Этот министрель... Скажи спасибо, что мы тут вообще держим таких, как ты. Несомненно, это идея Адды. Обожаю ходить на ярмарку. С таким вооружением я бы держалась подальше. Дали мне в командование банду кретинов. Такова, видно, доля. Обожаю ходить на ярмарку и глазеть на... Что? Чё? Ты ведь... У вас есть задание, госпожа? Да, я слышала, что ведьмаки нечеловечески выносливые, лишены эмоций и за деньги сделают все, что угодно. Кроме последнего, все правда. Но может... Ты такой сильный и грубый. Не то что мой муж. Госпожа, вы ошиб... Не отрицай. Может быть, я тебе не нравлюсь? Нравитесь. Ну так докажи свою силу. Мне нужна часть тела какого-нибудь монстра. Какой ужас. Я ожидала увидеть коготь кикиморы. Коготь кикиморы? Драгоценные камни, это скучно. Нет. Как... Ступайте в эту нового наракорта. Нельзя туда ходить. Слухи и домыслы. Только придворные. Кто за этим стоит? Если еще один солдат ко мне докопается... Ах, служим короне. Всегда ходишь в лавку с мечом? Ищи... Я думаю... Не...
Леуарден. У меня тоже есть послание для... Продолжи. Передаем, что мы скоро с ними... Они будут... Ты... Наконец! Что про... Оружие! Вивальди обанкрот. Гер... Он с... Понятия не имею, как тебе удалось обойти карантин и добиться официальной поддержки. Должен напомнить тебе, что в Изиме действуют законы военного времени. Я буду им поч... Уж постарайся. Напомни еще разок. По приказу короля Фольтеста, нашего милостивого правителя, в Изиме объявлено военное... Почему? Почему? Посуди сам. Чума уничтожила половину королевства. И мо... А карантина и большего количества патрулей недостаточно? Не твое дело. Я и... Я офи... Но... Не сходи с ума. Бандиты... Убирайся на... отсюда, пока тебя не арестовали. Вы больны? С тех пор как... Откуда я тебя знаю? Если тебя влекут тайны искусства, в особенности алхимия... Ты готов? Не... Мое почтение. Экзотические товары с благоухающей кореньями зерикании. Не похож ты на зериканца. А должен? Разве королевский эль продают только король? Никак тебя сюда никто не звал, Беловолосый. Не желаешь ли послушать? Милздарь, не желаете помочь искусству? Ты имеешь в виду деньги? Именно. Хорошее искусство само себя кормит. Вивальди, никак не могу понять. Леуа. Добро пожаловать. Есть. Никак. Груз должен был быть здесь. Я сказал 200. Скажи спасибо, что мы тут вообще терпим. Раз, наконец-то. Я сам видел, как огромное паукообразное чудовище на куски разорвало аптекаря у торгов. Как это чудовище выглядит? Выглядело оно так, что глаза мои не смотрели. Представь себе паука, которого сожрала собака, а потом выблевала обратно. А потом увеличь этого паука в сотню раз. Сотню! Да что я такое болтаю, черт, в тысячу раз! Потом добавь ему злобную рожу да бешенство тещи. Поистине профессиональное описание. И нечего язвить. В отличие от тебя, я не профессионал. Я его мечом рубил, и мне некогда было его... Я говорил совершенно серьезно. Саламандры оказались самыми... Я слышала, как о тебе говорили. Нам не нужны неприятности. После объявления чрезвычайного положения... Королевский указ, бандиты на месте. Я пойду. Мне говорили, монстр разорвал король ученика. Че пялишься? Да. Нам не нужны бандиты на дне. Королевский указ выследил.
Велерат, человек честный. Велерат, человек честный. Я тут уже. Денег мне на взятку хватит. Это симпатичная девчонка. Денег мне под дымовой налог. Дымовой налог. Следующий, пожалуйста. Что дальше? Все согласно. Я бы могла и более интересное занятие найти. Повышение по службе. Да? Работаешь в РАД. Не слишком оригинально, мой дорогой. Придется тебе постараться, чтобы произвести на меня впечатление. Хорошие девочки не получают повышения по службе. Я должен произвести на тебя впечатление? Ах, ты плохая девчонка. Плохие девочки обычно придумывают самое интересное. У меня интересные идеи появляются, когда на тебя смотрю. Не так быстро. Где мой подарок? Вижу, у нас капризы. Чего пожелаешь? Угадай, что больше всего нравится капризным, испорченным девчонкам? Давай пойдем куда-нибудь, где мы сможем остаться одни. Веди, госпожа моя. Переложить. Я бы могла и более интересное занятие найти. Хорошо, хоть я не швея. Я бы могла и более интересное занятие найти. Хорошо, какая боль. Я бы могла и более интересное занятие найти. Хорошо, хоть я не швея. Все согласно плану. Следующий, пожалуйста. Велерат, человек честный. Я слышал о расовых бунтах в гетто. Ты воняешь, как слизняк. Мой муж только и делает, что жалуется, что водки нечем найти. Милости прошу, незнакомец. Адды не бойся. Она рычит и лает, но не кусает. Ты назвал свою собаку Адды? Это сучка. Только и делает, что за собственным хвостом крутится. К тому же изнеженная и избалованная. Имя королевской дочери подходит ей как нельзя лучше. Так ты знаком с принцессой Аддой? Моя жена служит прачкой при дворе. Так что я в курсе всех дворцовых слухов. Я с радостью все их выслушаю, если ты позволишь взглянуть на твои товары. Естественно, у меня самое лучшее мясо. Всех животных я забиваю лично. Посмотрим. А что твоя жена говорит о других придворных? Моя жена любит поболтать. Постоянно сплетничает с другими бабами. Если повторять все, о чем она мне рассказывает, и недели не хватит. Фольтест, Велерат, Девет, Яков из Альдесберга... Меригольд, при дворе знаменитостей больше, чем фурункулов на заднице попрошайки. Кто именно тебя интересует? Тебе что-нибудь известно о Трис Меригольд? Ну а как же? Бабы в дворцовой прачечной обожают судачить о других бабах.
Их мнение такое же, как и у любого, кто обладает хоть толикой здравого смысла. Чародейкам место в башне. Пусть сидят там и варят свои эликсиры, да составляют гороскопы. Они лезут в политические игры и интриги. К тому же она даже не стыдится демонстрировать всем свой зад в этих своих срамных платьях. Я бы даже сказал, если бы титул королевы шлюх не принадлежал Аде, Меригольд была бы первой на него кандидаткой. Очень познавательно, благодарю. А ты не боишься распускать такие слухи о власти имущих во время военного положения? А что они мне сделают? Самое худшее бросят в темницу. А я считаю, что мы должны хранить свободу слова и говорить правду даже о власти. Это наше право. Смелое заявление. Еще бы не смелое. Я не собираюсь дрожать от страха перед диктатурой, основанной на эксплуатации простого народа. Я не стану прогибаться под давлением олигархов и аристократов, которые посадили на трон преступника, у которого руки по локоть в крови. Ты преувеличиваешь. Правление Фольтеста не так уж ужасно. Да холера с ним, с этим Фольтестом. Все короли одинаковые. Я критикую всю эту продажную монархию. Интересный взгляд на вещи. Править должен народ. Простой народ, как ты и я. Власть народу. Ты прав. Конечно, я прав. Я с первого взгляда понял, что ты человек здравомыслящий, пусть и мутант, который иногда прислуживает системе. Ладно, ладно, сменим тему. А что твоя жена говорит о других придворных? Моя жена любит по... Расскажи мне о Фольтесте. Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе то, что и так всем известно? Он переспал с собственной сестрой и зачал Аду. Порочная связь, что тут скажешь? Проклятие превратило девчонку в стригу. Какой-то ведьмак снял это проклятие с принцессы, а Фольтест так этому обрадовался, что вконец избаловал девчонку. И маленькая стрига превратилась во впадающую в детство шлюшку. Очень познавательно. Что ты скажешь о Велераде? Наш Ипат слишком сильно налегает на выпивку и давно уже не справляется с делами в городе, что неудивительно. Ведь чтобы сыскать расположение при дворе, нужно стать марионеткой и плясать под дудку короля. Оглянись вокруг. Видишь этот бардак? Разбойники, чудовища, ратуша практически не действует. Неизвестно, откуда поступают распоряжения и кто их отдает. Велераду пора покинуть свой пост. Ты ничего не слышал о Родерике де Ветте? А, это тот нильфгардец, да? Прицепился к Аде, что репей к собачьему хвосту. Только планка высоковата даже для графа. Кроме того, он ведь рыцарь ордена, а значит, дал обет безбрачия. Поэтому, если и спит с принцессой, то только тайком. Дэвид якобы является представителем ордена при дворе. Только я тебе скажу, на самом деле он представляет империю Нильфгаард и интересы черных. А что насчет Якова из Альдерс? Да-да, великий магистр. Сейчас уже никто не вспоминает, как Орден Белой Розы превратился в Орден Пылающей Розы. И как некогда благородные рыцари превратились в свору расистов и интриганов, действующих под личиной высоких идеалов. И это все дело рук великого магистра. Слухи ходят, что прежде чем стать рыцарем, Яков был обыкновенным бродягой, который всей душой ненавидел эльфов. А ведь люди так просто не меняются. Очень познавать. Ты узнаешь меня? Что тебе известно обо мне?
А то я тебя сразу узнал. Геральт из Ривии. Знаю, кто ты. Прачки и тебя обсуждают. И что же они говорят? Говорят, что бегаешь за каждой юбкой, но к чародейкам питаешь особую слабость. Вроде как даже по-настоящему любил одну из них. Говорят, мечом ты размахиваешь не хуже, чем своим... в общем, мастер ты в обеих областях. Женщины страшатся твоего отличия, но при этом восхищаются тобой. Бабы, они и есть бабы, что ж поделать. Спасибо. А ты не боишься Теперь, когда все дела сделаны... Мой муж только и делает, что жалуется, что водки нынче не найти. При... А... Нет, будь... Обожаю запах. Нас... Да. Понятно. Что ж, отсутствие... Нет, уда... Оба... В тени городских стен я чувствую себя в безопасности. Приветствую, Милздарь. Если ты ищешь подарок... С... Чем ты торгуешь? Милыми глазу безделу... Среди моих клиентов... Представитель... Что ж... Чем я... Как... Не очень-то, по правде говоря. Король со... Понятно. Чем... Расскажи... Я мог бы рассказывать... И что... Я так поз... Да. Как... Благо... Чем... Что я должен ей купить? Мне нравится рыцарь из монастыря. Ты водишь! Ведьмак? Я думала, ведьмаки только в сказках бывают. И не делай глупостей, ведьмак. Да. С монстрами должны сражаться рыцари. Мой муж считает... Что тебе нужно? Оставь мою дочь в покое! Мне ничего не надо от твоей дочери. Я тебе не верю. Проваливай из моего дома, проклятый бродяга! Послушай, добрый человек. Вон, или я выгоню тебя пинками! Хотелось бы мирного разрешения вопроса. Проваливай! Пошел вон! Оскорблений уже было больше, чем достаточно. Да я тебя одной левой пришибу, ублюдок! Получай! Черт, проходи, только не бей меня, бу... Пойду повешусь. Черт. Волосы не скрою. Что ты?
С монстрами должны сражаться рыцари. Ведьмак, прячьте женщин! Поставки древесины в город полностью прекратились. Грядет еще одна война с Брателлой. Вивальди обанкротился! Мой брат отдал все свое имущество ордену Пылающей Розы. И его сделали. Какой ты огромный и страшный! Сюда прислать. И тебя принять. Они заняли половину чашки вино. Во имя была. Откуда же берутся эти чудища? И всегда. Орден заметно повысил. Откуда же берутся наш моральный долг защищать этот проклятый город? Наша жизнь принадлежит ордену. Вечный огонь освещает. Упоминал о тебе. Этот болван. Привет. Надоели тебе предместья? Я получил приказ возвращаться в Вызиму. При случае я вознаграждаю тех, кто помогает устранить опасность. Награды за убитых чудовищ. Есть кто-то на твоей... За что хорошо платят? Огромный волк появился на болотах, а местные утверждают, что видели самку виверны, которая крала детей. Виверны не нападают. Местные. От них сплошные неприятности. Наверное, они попытались отогнать виверну каким-то народным способом. Рассказывай. Откуда? Семейное наследство. Книга с описаниями и изображениями. Что? Мол, каждое чудовище воплощает какой-то человеческий грех. Яга, обжорство, вампиры, пьянство. А какой грех воплощает скалопендроморф? Ну... Будь здоров. Да.
Я с чужаками не разговариваю. Ясно. Положение обяд. Я не разговариваю с плебеями. Можно с таким вооружением я бы держалась подальше. Знаю свою. Что привело тебя сюда? Нет, я не хочу. Я не в том настроении, чтобы слушать музыку. Ай, проблема заключается в том... В таком... Куда дел... Не набрался храбрости рассказать мне о лютне? Моя лютня осталась у богатого купца, который живет на западной стороне Сольной площади. А я не могу отсюда. Почему ты не хотела? Купец один... Уроки ч... Ладно. Я... Отли... А что... Неужели... Кто такой Труб? Да не такой, а такая... Эльфийка из синих гор, ты помнится? И где она? Я слышал, что... Долина цветов. Я даже написал... Я не... Привет. Чем? Я пришел по объявлению. Ах да, мясо виверное. Да. Вот. Вот. От вас одни неприятности. Привет. Чем? Мне нужно. Да. Здрасте, как хочется врезать кому-нибудь. Я в настроении рассказать историю. А знаешь ли, мои истории все любят. С удовольствием послушаю.
У меня в горле пересохло. Принеси мне попить, и я поделюсь своими знаниями. И чего ты хочешь? Молока. Зря тратишь время. Привет. Как раз то, что мне... Я слушаю. Я тебе расскажу про Василиска. Жуткий взгляд этого ядовитого ящера обращает в камень. Мудрые искатели сокровищ берут с собой зеркала. Один укус... Отличная история. Мне бы хотелось просто спать. Я не хочу говорить о серьезных делах. Я здесь, чтобы расслабиться. Чем? Я бы... Для... Привет. Чем? Кого не все, я бы не ор и осмакат и еспри. Вы знаете Зигфрида из... Так точно. А что с ним? Вроде его повышают. Или уже повысили. Не знаю, я с ним не разговариваю. А почему? После этого он изменился. Я сказал ему: достопочтенный Зигфрид, поздравляю вас. Ваша честь и вера помогли победить этих дикарей. Он странно на меня посмотрел и сказал: достопочтенный? Может быть. Честь и вера? Конечно, нет. Мы победили, потому что они умирали от голода и были плохо вооружены. Немного крови, он уже забыл про честь. Ему нужно следовать примеру отца. Где он? Его отец? Его убила Мантикора. Я про Зигфрида. Он тренирует рекрутов у стен Ордена в храмовом квартале. Хорошо, я найду твою сестру. Ты ее сразу узнаешь. Ее лазурные глаза невозможно не заметить. Она стройная, красивая блондинка. Хм, хорошо, посмотрим. Отличная идея! Прекрасно! С монстром должны сражаться рыцари. Ты кто так? Геральт из... Все в порядке. Мне ужасно скучно. С тех пор, как папа застал здесь трубадура Лютика, он никого ко мне не подпускал. Он застал Лютика? Он должен был учить меня музыке. Ну, мы репетировали кантату... Это не прис... Нет-нет. Папа никак не мог взять в толк, почему мы репетируем обнаженными. Он был в ярости. Вытащил старый самост... Слышала? Ничего особенного. Папа не выпускает. Именно поэтому... С чего ж он сам не пришел? Хотя, может, так оно и лучше? Я пришел за людьми. Это я поняла. С тех пор, как отец застукал нас, что-то он перестал серенады у меня под окнами распевать. Кстати, надеюсь, ты папе ничего плохого не сделал? Мы договорились. А с какой-то стати я должна лютню отдавать? Назови хоть одну причину.
Я ведь знаю, что Лютик больше никогда здесь не появится. Я с самого начала знала, что все так и будет. Такой уж он есть. И если я отдам тебе лютню, он будет под нее распевать серенады очередной... Если ты отдашь лютню, ты лишь покажешь, что он для тебя ничего не значит и никогда не значил. Ты с ним порвала. Ты его бросила. Да-да. Он упал к моим ногам, молил хотя бы об одном благосклонном взгляде. Он сделал мне предложение, но я ему отказала. Не уверен насчет предложения. В это никто не поверит. Я что? Недостаточно хороша для этого мерзавца? Слишком уродлива? Слишком глупа? Совсем нет. Дело в нем. Если бы ты знал, сколько слез я пролила из-за этого идиота. Может, я могу... Обними меня. Однажды я слышала, что прикосновение ведьмак... Оно вызывает легкую... Ведьмак, прячьте женщин! Как нам повезло, что Фольтес продолжает издавать указ. Ох, женщины! Геральт! А что такого Как же, отлично помню. Отлично. Как? Что? Вот твоя... Отлично! Наконец-то я смогу начать концерт. Я перед тобой в долгу. Когда у тебя выступ... В 8 вечера. Приходи, если хочешь. Если будет время. Не может. И все благодаря тебе. Прощай. Не...
Не... Будешь драться или смотреть? От вас одни неприятности. Я... Суд... У меня... И чего? Молока. Милый... Привет. Че... Зря тратишь время. Грозно выглядишь. Твоя мамаша совсем грозно выглядишь. Я бы хотел посетить концерты мастера Лютика исключительно прекрасно. Будешь драться или смотреть? Обязан. Будешь драться или смотреть? Никакого вызова? Не сейчас, беленький. Не сейчас, беленький. Не сейчас. Потом поговорим. Потом поговорим. Терпеть. Если бы не мог. Веди себя прилично. Веди себя прилично. Мастер Лютик просто послушай, будь там мальчик. Они пригласили. Веди себя прилично. Веди себя прилично. Ведьму и мутанта. Возмутительно. Дюль уже вышел из моды. Политика меня не интересует. Ну вот мы и на месте. И перестань хмуриться. Все будет хорошо. Меня что-то бок побаливает. Может, вернемся к тебе и проверим, нет ли внутри... Этим мы займемся после приема. Да ладно, Гер... Ага. Добро пожаловать на пир Леува! Здесь не только... Прошел скрот, что король мальчик. Они пригласили еще... Привет. Благодарю. Спасибо за... Простите меня. Покупай идешь небеса, покарай. Веди себя прилично. Веди себя. Госпожа. Девет, я знаю, кто это. Можно сказать. Да, я действительно принцесса. Почему ты так... Следи за... Тихо, Девет. Ваш воз... Молчи, Девет. Тебя вызовут, когда выродок. Ты понадобишься. Политика меня пусть небеса покарают меня, если ты смер... А
остальные гости. Я впечатлен вашим сравнением. Я вынуждена изучать всяк... Согласен. Неважно. Понимать все та... Под... Авт... Хм. Мы... Политикой... Могу... Продал... А как... Если... Я сейчас... Привет. Знаешь, что Морден устроил на турнире? Мы приехали в лошадях, и в броне все вычищено, все вылезло. А Морден взялся за решетку, сжал, пока коня коленями подгорел. Конь тоже. И подтянулся. Представляете? Вместе с конем. Хош, он говорит, я нарушил клятву, я подцап. Хватит глупости. Талер нанял меня, чтобы я не то пробрался на бар. И ты обл... Давай без сам, пожалуйста. Я дам тебе специальное кольцо Дома Ночи. Скидка 50%. Thank you.
Ты не в курсе, какое у ее высочества может быть любим... Нам ведь положено знать такое дерьмо. Успокой. Принеси мне письмо из соседней комнаты. Оно в сундуке с гербом Тимерии. И смотри, чтобы тебя никто не видел. Но... Тогда я тебе скажу, чем Ада любит л... Не бой. Нет ничего лучше не боль. Ты не знаешь. Эта тема не кажется мне ни. Расслабьтесь, Ипат. Вечер только. Я... У меня. Когда? Я. Это не место для меня. Поговорим попозже. Прости, Геральт. Вы не думаете. Добро пожаловать на пир Леуа. А ты что-то... Искал сортир. В этом сундуке... 1-0 в твою пользу. Но, по правде говоря, я надеялся найти какой-нибудь лучший напиток. Да уж, вино здесь явно разбавлено. Я тут нашел одну бутылочку. Очень... С удовольствием. Дурацкая идея. Сюда... Завтра я... Не могут же все быть членами городского совета. Для этого подходит... Как все прошло? У тебя есть письмо? Спокойно. Из тебя мог бы выйти отличный агент. Я преувеличил. Из тебя такой же шпион, как из козьей жопы. Давай выкладывай. Какое у ее высочества любимое блюдо? Котоблепосы. Что? Некоторое время назад объявился в Изиме один маньяк, на тебя уж дюже похожий. Заявил, что нет на свете ничего вкуснее, чем правильно приготовленный котоблепос. Шутишь? Ничуть. С тех пор мои люди начали тайную охоту на котоблепосов. Не представляешь, сколько это мне стоит. И как же нужно готовить это мясо? Это уж забота Ипата. Я отвечаю за доставку котоблепосов. Вы не думаете. Расслабься. Да с... Политика меня не интересует.
Добро пожаловать на пир. Этот краснолюд ростовщик осмелился потребовать у меня вернуть дух. Его убили крестьяне. К сыру лучше всего это великолепный красный. Веди себя, веди себя. 1228 год. Я исчезни, я выродок. Предпочитаю традиционные пиршества. Прости, Геральт. Мне надо поговорить с ней. Нет, намного лучше. Значит, слушай. У принцессы было тяжелое детство. Понимаю. Думаю, Талер недоволен тем, что его разведчикам приходится рыскать по всему королю. Спасибо. А еда скоро закончится. Не могут же все быть членами городского совета. Для этого подходят только сам. Сыру лучше всего это великолепный ужас. Это... Что происходит? Я думаю, вот... Правда. Это испорченная маленькая... Да ладно. Шуть? Трис, пожалуйста. Это очень непристойно колдовать на при... Я отвлеку. Пожалуй, я лучше справлюсь сам. Получилось. Спасибо. Кстати, Геральт, а ты знаешь, что я могу наколдовать иллюзию оргазма? Я, пожалуй, предпочту традиционные методы. Верно. Поговорим попозже. Сейчас я... Добро пожаловать на пир Леува. Веди себя прилично. У тебя есть что? Стейк-тартар из Котаблепа. Ты знаешь, как сделать. Для меня честь. За это я дарую тебе личную аудиенцию. Я сейчас подойду. Одну минуточку. Принцесса Анна здесь. Пойдешь. Мастер Лютик просто восхитителен. Принцесса, веди себя прилично. Меня достаточно. Я предпочитаю людей. Не мешает уместить моего позвольта. Ваше Высочество обещало мне ответ на вопрос. Чего же ты ждешь? Раздевайся. Ваше Высочество. Я все помню, ведьмак. Я отвечу тебе в процессе. Но сейчас мне бы хотелось знать, не являются ли легенды о твоем мече... Как? Еще. Геральт? Я поговорила с Деклом. И? Тебе тоже надо с ним поговорить. Внимательно. Что он такого скажет, что на это стоит тратить? Не руби с плеча. Он сделает тебе предложение. А не используешь ли ты меня просто как один из своих инструментов? Ты и твои инст... Тебе... Можешь придумать занятие дома, Геральт. Он... Конечно. Все.